Нама Шриста Манама Шати Пута Атра Сурупам Рупам Таса Гража Ури Пури Матури Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadavi Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vikrahaya Рива Бадивьяттами Сундарая Тасмай Маха Према Расапрадая Читанья Чандрая Намо Намасти Читанья Чандрая Намо Намасти Читанья Чандрая Бхактавина Апарада Лекси Старшие, пожалуйста, вернитесь и всегда возвращайтесь сюда вперед на каждый класс. Yes. Вы знаете, кто вы. Читание Прабу. Yes. Читание Прабу. Все знаете, что ваше место всегда also, впереди. Аладдин is very senior. Аладдин наш. Пусть берегу. We have bring an asana for her. Вот сидушку, давай. Аладдин. Эмадри, пожалуйста. Эмадри, пожалуйста. Yes. Or try to always give honor to senior Vaishnavas if you want to advance in bhakti. Всегда. Если вы хотите духовно расти и крепнуть, то всегда выражайте почтение старшим вайшнавам. Это ваше покровитель. I tell you, my Gurudev, on his Vyasa Puja day, мой Гурудев в день своего явления, на свою Вьяса Пуджу, everyone was waiting with garlands and sandalwood paste and
Arti paraphernalia. Мы все ждали всегда Гуру Дева. У нас было много гирлянд, сандаловая паста, парафиналии, чтобы провести арати, пуджу ему. Then he used to come. Гуру Дева заходил в зал. And he would not let anyone in puja. И не позволял никому подойти к нему и почитать его правди пуджу. And then with his own hand he would take the sandalwood paste they made for him and give to all the senior Vaishnavas. Потом Гуру Дева брал все парафиналии, которые заготовили для него, сандаловую пасту, цветы, и сам наносил сандаловую пасту всем старшим Вайшнавам. And so many garlands they had for him, and he would give garland with his own hands to each one. Senior Vaishnava. Все гирлянды, которые были предназначены для Гуру Дева, он раздавал сам своими руками, одевал на шеи старших Вайшнав. Very junior to him. Несмотря на то, что по сравнению с ним они были очень юными по стажу и развитию. My very great Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. Также мой великий Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Every year on Gaura Purnim day, hundreds of people would come to take initiation from him. Ежегодно в день Гаура Пурнимы сотни людей приходили принять прибежище у него, они просили у него посвящения духовного. But before giving initiation, he used to go to his junior god brothers, like my Guru Dev, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj and Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj, and falling at the feet of his junior god brothers, he would give pranam and say, please forgive me for this sinful act. Но каждый год, перед тем, как дать инициацию, Шрила Бхактивиданта Ваман Госвами Махарадж, он подходил к своим младшим братьям Боги, нашему Гуру Деву, и также к Шриле Бхактивиданте Тривикраме Махараджу, просил у них прощения, кланялся и просил простить его, говорит, я такой грешник за то, что я вот инициирую, хотя вы достойны того, чтобы инициировать, а я вот это делаю. Простите меня, пожалуйста. He was so senior. Хотя он был гораздо старше. His mother donated him to Srila Bhaktisiddhanta Swatakura when he was 9 years old. Ваман Махараджа, его мама пожертвовала, когда ему было 9 лет, она привела ребенка в мат, и говорит, вот вам пожертвование, забирайте его, и отдала Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру маленького мальчика. And Srila Bhakti Pragyan Keshmat, Srila Prabhupada Sannyas Guru, used to say, learn a sloka of Bhagavad Gita, I'll give you a chocolate. И наш Парам Гуру Дев, Sannyas Guru Шрилы Прабхупады, он стал его как папой, там, он ему давал конфетки, говорит, выучи шлоку, вот сладенькое съешь потом. In this way he learned all Gita and important verses of Bhagavatam and Bhakti Rasamrita Sindhu in his childhood. Мальчик быстро выучил весь Бхагаватам и Бхагавадгиту, Бхакти Расамрита Синдху еще в детстве уже знал все шастры. And he's thinking, oh, in your presence, how can I be in the role of guru? To others in your presence, I am very sinful. Please forgive me. То есть 9 лет он был у Бхактисиддханты Сарасвати Такура, у Парам Гуру Дева, да, в служении, и все же он извиняется перед своими младшими братьями Боги, простите, что несмотря на то, что вы тут и вы должны инициировать этих людей, а я вот так поступаю. So these are the symptoms of praying. Вот это симптомы истины, вот это истинное смирение, это симптомы премы. Oh, if you follow this. You'll feel your heart is filling up, overflowing with love. Вы увидите. Vaishnava seva. Естественно, даже не дается вам, если вы попробуете вот культивировать в себе желание служить старшим вайшнавам, попытаться угодить, что-то сделать для них, вы увидите, как в сердце появятся новые чувства, какую-то новую свежесть бхакти. Mahaprabhu has taught by his own example. Махапрабху сам показывал своим примером, как служить вайшнавам. He came to Гундича. Однажды Махапрабху пришел в храм Гундичу. Hundreds of brooms and clay pots for carrying water for cleaning the Gundicha temple. И им выдали там сотни метелок, сотни кувшинов, ведерок с водой, чтобы он хотел провести генеральную уборку к празднику, к прибытию Джаганатха, провести генеральную уборку храма Гундича. He gave a broom in the hands of each of his associates. Каждому из своих спутников он вручил в руки метелку. But first. He decorated them with chandan and gave them garlands. Но перед метелками он дал им вначале гирлянды и умастил лбы сандаловой пастой, почтил их. So Mahaprabhu has shown how to respect the Vaishnavas. Махапрабху сам учил всех своим примером, как уважать вайшнавов. If you follow this, then praying will come running after you. Если вы будете придерживаться этикета, сама према будет за вами бежать. Она вас сама догонит. So, first of all,
I offer my sastang dandavat puspanji. My heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Nitya lila pravishta om vishnupad ashtotara satasvi rupaluka charyavarya Сила Бхакти Ведата Нараян Госвами Махараджа. Прежде всего я предлагаю свою шаштандандават пушпанчали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада Штотра Шатасри, Рупа Нугачари Вари, Шилы Бхакти Веданты Нараян Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева Шрилы Прабхупады и всех представителей нашей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И я предлагаю в завершение свои поклоны всем Вайшнавам и Вайшнаве. Our time is little. У нас мало времени, к сожалению. I was going to speak on a different class. Я подготовил долгий класс на сегодня. But we have little time, so I thought that I'll speak on a verse that you all know. Поэтому мы оставим тот класс на потом, а сегодня я решил обсудить шлоку, которая известна всем вам. I think there's no one here does not know this verse. Вряд ли тут присутствует кто-то, кто не знаком с этим стихом. And this verse is perhaps for some devotees their favorite verse. Может, для многих преданных это их любимый стих. And when they hear this verse, they become overjoyed. Когда они слышат этот стих, они преисполняются радости. What is that verse? Что это за стих? Maha prasade govinde namadhani vaisnavi swalpa punya vatam raja vishvaso naiva jayate. Видели бы свои лица, как они сейчас засветились, как полные луны. Their face is all lit up immediately and smile. Yes, from the Skanda Purana. Это стих из Сканда Пураны. Now, try to go into this verse very deeply. Постарайтесь поглубже осмыслить этот стих. What does it mean? Какой смысл? Свалпа пунья патам means that person who only has a little sukriti. Это означает человек, у которого немножко сукрити. The person who has not served so much. Человек, который еще много не смог служить, то есть у него маленький запас сукрити. Who has not had so much sadhu sangha or so much mercy from any great Vaishnava. Человек, который совсем мало служил, человек, у которого было, может, не было никакого общения с саду, может, было незначительное немножко общения с саду. Вишвасу наива джаяте. They don't have вишвас. That is confidence, faith. Такого человека нет вишваса, то есть веры, уверенности. In four things. У него нет веры в четыре вещи. Вишвас. Швас means breath. Швас – это дыхание. So when you have vishwas in something, that means this thing is like your pran. Когда у вас есть вишвас, это то, чем вы живете, чем вы, это ваше дыхание. So a person whose bhakti is very alpa, su alpa means very meager. И человек, у которого крошечная бхакти, слабенькая. They don't have taste in four things because have faith in four things because they have not yet developed the ability to taste and experience how sweet they are. И у такого человека со слабеньким бхакти у него нет веры вот в четыре вещи, которые мы обсудим. Из-за чего? Из-за того, что он еще не способен вкушать сладости. What is that? Не может ценить их. Махапрасад. Первое это махапрасад. Махапрасад is Krishna's адарамрита. Что такое махапрасад? Это нектар уст Кришны. The nectar of Krishna's lips. Дарамрита. Адарам мадурам баданам
Ангелом Матуром. Everything about Krishna is sweet. Все касаемо Кришны сладкое. Адхара, his lips are sweet. У него сладкие уста. Адхара. Дхара means Дхара. Дхария, patience. Дхария – это терпение. And if someone would taste the nectar of Krishna's lips, they become Adhara. No patience. Как только кто-то вкушает сладость уст Кришны, нектар его уст, он теряет все терпение тут же. That is Mahaprasad. Вот это и есть, что такое Mahaprasad. If a person has actually served their Guru Devan, pure Vaishnavas, if Ruchibi Chitamasra, yet their heart is melting, when they will have the touch of Mahaprasadam, the Dharya is gone. Because Adhara makes you Adharya. Тот, кто воистину служил Вайшнавам и своему Гуру Деву и достигает тручи, он уже вкушает даже крошечку Махапрасада, он чувствует этот нектар уст Кришны и просто становится безумным, теряет все терпение. Overwhelmed with utkanta eagerness to meet and serve Krishna. Становится преисполненным рвением поскорее встретиться с Кришной и совершать служение ему. Mahaprasade Govinde. Here Govinda means see Krishna's big heart. То есть первое это Махапрасад, второе Говинда. Говинда подразумевает в контексте этого стиха Виграху Такурджи. Дивьяр Бриндаранья Калпадрамадха Шримад Ратнакара Сингхасанасто Шри Си Радха Шрила Говинда Дево Prashtali Bise Vimano Smarami. In the Yoga Pit in Vrindavan, Radha Govinda was seated on a beautiful jewel throne being served by their sakis. Во Вриндаванской Йога Питхе восседает Радха Говинда в окружении своих саки. Они сидят на драгоценном золотом троне, украшенном самоцветами. Панду Санге Ядитава Ранге Парихас. Srila Bhaktivinoda Thakur was saying, don't go to Keshi Ghat. Srila Bhaktivinoda Thakur предостерегает, не ходите на Кеши Гхат. Don't go to Vrindavan. Вообще не посещайте Вриндаван. But if you get lost and by chance you end up in Vrindavan, don't go to Keshi Ghat. Но если уже так затеряетесь и как-то окажетесь там случайно во Вриндаване, главное не ходите на Кеши Гхат. But if in Vrindavan you get lost and by accident you end up in Keshi Ghat. Но если уже так заблудитесь до того, что там дойдете до Кеши Гхата во Вриндаване. If you like to laugh and joke and have a social life with your family and friends, don't look at the face of the deity of Govinda. Если вас прельщает радостная семейная жизнь и социальное общение с друзьями, вам нравится развлекаться, вы ни в коем случае не смотрите в лицо этого Говинды, который там гуляет. Because if he'll just glance at you with his bankima drishti, his sidelong glance, then you will forget all your friends and society, everything. Будьте осторожны, потому что если случайно так окажется, что этот Говинда взглянет на вас из уголка глаз, вы тут же позабудете обо всем, о своих родственниках, семье, своих интересах, вообще обо всем. As we saw in the drama, then you'll need a handkerchief. Тогда вам платочек понадобится, как он шире понадобился там. Because on the one side, all your friends and family will be crying, oh, where did he go? Печально будет. С одной стороны, все ваши родственники, друзья будут там стенать по вам, куда же он заподевался, наш дорогой. And on the other hand, you'll become like a homeless bird, like a beggar in Vrindavan. А сами вы станете also crying. Бездомным бродяжкой во Вриндаване повсюду будете искать Кришну и проливать горькие слезы. But alas, alas. Увы. Свалпа пунда братам браджам вишвасо наива джаяте. Those who have not served their Guru Devan Vaishnavas, then they cannot taste the Govinda. Увы, те, кто не служили усердно своему Гуру Деву и Вайшнавам, они не смогут оценить Говинду вообще. Махапрасаде Говинде Nama Brahmani. Here, Nama Brahmani. Nama Brahmani means the name which is Shabda Brahma. Это имя, которое является Шабда Брахмой. Transcendental sound. Трансцендентная звуковая вибрация. Not everyone's chanting is transcendental. Воспевание не каждой личности является трансцендентным. When ordinary person speaks, then this air that comes out from his mouth was just the air that went in through his nose. This is called the nasik vayu. Когда the air that went in his nose comes from his mouth. Мирянин что-то говорит, то вот этот звук, который исходит из его уст, это тот же воздух, который зашел в ноздри и потом с выдохом выходит с его словами. But when the pure Vaishnava speaks,
and sings kirtan. Но когда чистый вайшнав что-то говорит или поет киртан, Йейту твадия чаранамбуджа коша гандам, джигранти кана виварайсути вата нитам, бхакджа грихита чарана парьяча тешам, найпаси наса чаранамбуджа апсупумсам. What is this? When pure Vaishnavas sing the holy name, then this Sutivartanitam, this air is coming from the lotus feet of Krishna, the fragrance of Krishna's lotus feet. Когда чистый вайшнав рассказывает что-то, то из его уст, этот воздух, который исходит из его уст, это ветерок, который дует от лотосных стоп Шри Кришны. Krishna's fragrance is like a mixture of chandan, sandalwood, kasturi, mrigamada, that is musk, and a blue lotus flower, and kumkum, the parag of a lotus, and aguru, that is what you say, oud. Аромат, который источает тело Кришны, это комбинация разных ароматов: сандалового масла, синего голубого лотоса, уда, мускуса и пыльцы лотосной. And the lotus feet of Krishna are decorated with the kumkum from the body of Radhika. А так как лотосные стопы Кришны украшены кумкумой с груди Шри Мати Радики. Вектану рагам анукела дананга кеда. It is this cosmetic on the body of Radhika is not a cosmetic. It is actually the anurag. Her deep love for Krishna has manifested on her body in the form of this kumkum. Но это косметика, кумкум это не косметика, это любовь Радхики, которая проявилась в форме вот этого красного косметического порошка на ее. So when the pure devotee speaks, then this fragrance comes from the lotus feet of Krishna. And the devotees who are listening can hear it. И когда чистый преданный что-то рассказывает, то вот этот аромат, который источает лотосные стопы Кришны, исходит из его уст. Jigrantikana vivarai means they can smell the fragrance of Krishna's lotus feet through the ears. И все слушающие, они способны уловить этот аромат, они его слышат своими ушами. And just like a bumblebee, when they smell the fragrance of a lotus from far away, the bumblebee becomes excited. Что случается с пчелой, шмелем, который услышал какой-то волнующий прекрасный аромат цветка, он сразу становится такой взбудораженный, туда мчится. And very eager to go to the lotus feet. Ему не терпится к этому лотосу подлететь. И вот также преданному не терпится оказаться у лотосных стоп Шри Кришны. Бхактя грихита чарана парая чатешам найпаси ната чанамбурга свапумсам. And also, when that devotee experiencing Krishna, his heart is overflowing with love. Now his heart becomes like a lotus, and Krishna becomes like a bumblebee. Very, very excited to come into the heart of his devotee. И когда в сердце преданного начинает зреть любовь к Кришне, его сердце становится подобно ароматному лотосу, и теперь уже шмель Кришна уже ему не терпится оказаться в этом лотосе сердца этого преданного. So Krishna becomes intoxicated to taste the lotus heart of the devotee, and the devotee becomes intoxicated like a bumblebee to taste the nectar of Krishna's lotus feet. То есть любовь это интерес полностью взаимный. Преданному не терпится оказаться, он преданный, сердце преданного становится подобно шмелю, который стремится оказаться у лотосных стоп Шри Кришны, сам Кришна становится подобным шмелю, которому не терпится оказаться в плену сердца лотоса своего преданного. Srila Rupa Goswami Pad has described this eagerness. Rupa Goswami Pad описывает это рвение. Krishna Deva Bhavantam Bande. My
mind become like a bee that goes and takes shelter, drinking the honey, the nectar of your lotus feet. О Кришна, когда же мой ум станет шмелем, который полетит по направлению к лотосам твоих лотосных стоп? So, Mahaprasade Govinde. Мы услышали Махапрасад Говинда. Нама Брамани, last one, Вайшнаве. Говинда, Шабда Брама и последнее это Вайшнавы. The holy name Шабда Брама and last one Вайшнавас. Последнее из четырех это Вайшнавы. The pure devotees are full of nectar. Чистые преданные Кришны, они преисполнены нектара. But if we have material desires, then when we come in their presence, we feel afraid. Но если мы преисполнены материальных желаний, когда мы оказываемся с чистым преданным, у нас появляется какой-то страх. If someone has material desires, when they come in front of a Vaishnava, then they feel intimidated, they feel afraid. Человеку, который полон материальных желаний, ему неуютно, некомфортно в присутствии чистого Вайшнава. Он начинает нервничать, у него какой-то страх обуивает его. Vaishnavas are transcendental, we can only approach them. Andhya Bilashta Shonyam, leaving behind all worldly desires, then we can approach them. То есть, чтобы воистину приблизиться к Вайшнаву, нужно оставить позади все материальные желания, потому что Вайшнав, он трансцендентен. Once, after the disappearance of Srila Bhaktivinoda Thakur, однажды, уже после ухода Шрилы Бхактивинода Такура, there was a Dharma Sabha, religious assembly. Проходила религиозная ассамблея. And one man was there, he was saying, oh, I know Srila Bhaktivinoda Thakur very well. И один из находящихся там гостей сказал, я прекрасно знал Бхактивинода Такура. I used to give Bhagavad Gita class, he used to come and listen to my Bhagavad Gita. На самом деле, я так его хорошо знал, когда я давал Бхагавад Гита лекции, он приходил и слушал мои лекции. So, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur was there. He said, you have never even seen Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, также находящийся среди присутствующих, не выдержал, сказал, да вы вообще в жизни не видели Бхактивинода Такура. He said, well, what are you talking about? Тот мужчина возмутился, сказал, ты о чем говоришь вообще? I always used to go to his house. Ты что, я в гости к нему домой приходил? And you were just a little boy. Ты вообще мальчишкой был еще тогда. And your father was very respectful. He used to receive me and sit me down and give me prasadam. В отличие от тебя, твой отец очень уважительно относился ко мне, усаживал меня как почетный гость. And he was a little boy. He wasn't rude like you. He was very polite. Угощал прасадом, он не хамил, как ты, дерзкий мальчишка. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said, oh, you are saying that you have seen Srila Bhaktivinoda Thakur, but actually, we cannot see Vaishnavas, they are seeing us. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур настаивал на своем, он сказал, вы сказали, что вы видели Бхактивинода Такура, а я говорю, что невозможно увидеть Вайшнавы, Вайшнавы смотрят на нас, мы их не видим. In fact, all these things, Mahaprasadam, the deity, the holy name, and the Vaishnavas, they are not the object of our vision, we are the object of their vision. И вообще очень важно пересмотреть ракурс восприятия ко всем этим четырем категориям. И к Махапрасаду, и к божествам, к святому имени, и к Вайшнавам. Мы не смотрим на них, мы их не воспринимаем или там не кушаем. Они нас, and на нас смотрят. As long as we have the Abhiman, the ahankar, the ego, that we are the seers of the aprakritavastu, the transcendental objects, for that long, we will never understand them at all. Но до тех пор, пока мы продолжаем тешить себя вот этими глупыми идеями, что мы действующие, мы смотрим на божества, рассматриваем или рассматриваем, оцениваем Вайшнава, или святое имя произносим, воспеваем, или что-то еще, то мы будем далеки от трансцендентной истины. And this is called drik drishya vichar. The deliberation on drik and drishya. Well, who is seen and who is seeing? Концепция называется drik drishya vichar. Кто видящий, кто смотрящий, а кто является объектом восприятия? The pure bhakti will never begin until we become properly situated in the right perspective, the correct angle of vision. Not that we can see the aprakritavastu, transcendental substances, but they are all superior to us, we can bow down, they can see us, and by their grace they can reveal themselves. То есть необходим этот переворот сознания, понять правильный вот ракурс восприятия, чтобы понять, что это апракритавасту, трансцендентная истина, они нас видят, они нас рассматривают, они никак не являются объектами нашего восприятия, у нас нет таких способности их воспринимать. Who is Srila Bhaktivinoda Thakur? И до тех пор, пока мы не изменим сознание, не будет этой трансформации, чистая бхакти останется далеким от нас. Кем был Шрила Бхактивинода Такур? Oh, this is the test. Are we Sharanagat surrendered?
это настоящий экзамен, там у нас мы преданы. Are we following Trinada Pi Suni Chena? Сдерживаемся ли мы принципа Trinada Pi Suni Chena? Are we following Anukulyena Krishnanu Shivam Bhakti Uttama, the path of Uttam Bhakti or not? Мы действительно следуем путем чистого бхакти или нет? Three things: surrender, humility, and the path of bhakti. You can know whether you are on this, following this. By drigdrishya vichar, whether you have the ego that you are the seer of the transcendental things, or the transcendental things are the seer of you. То есть вот это самопредание, смирение и бхакти мы можем постичь свой уровень, если мы проведем вот этот самодиагноз. Ну, по-настоящему задумаемся о том, мы думаем, что мы смотрим на божества и там расцениваем или воспеваем святое имя, или мы как-то присматриваемся, оцениваем вайшнава. Или все на самом деле наоборот. И вот это надо понять. So, Mahaprasade, Govinde, Nama Brahmani, Vaishnave, Swapapunda Vatam Rajan. Those persons who are not mature in their bhakti, Vishvaso Naiva Jayate, they don't have faith in these things because they have not experienced them. И вот эти четыре категории. Махапрасад, Такурджи, Божества, Святое имя, то есть звуковая вибрация Харикатхи и Вайшнавы, они остаются непонятными и недоступными новичку в бхакти, тому, у кого по-настоящему очень мало сукрити, кто мало служил, кто мало общался с чистыми вайшнавами. We heard today in the drama. Adristvakum advantam akhandamandalam ramananam navakumkumarunam banam chachatkumalagobi ranjitam jago. Kala Bhamadrasham Manoharam. Слышали мы сегодня в спектакле нашем. When the full moon rose and was of a reddish color, like the face of the goddess of fortune smeared with kumkum. At that time, Sri Krishna took his flute and began to play. Когда розоватая полная луна взошла в ночь полнолуния осенью на небосклон, и она была похожа на лицо богини удачи, на которой были на щеках, которые были румяна, Кришна поднес к устам флейту и заиграл на ней. So here the word for flute notes is kala. Kala это тут в этом стихе это ноты флейты. Kala means asput, not clear. Kala означает аспут, неразборчивый. So why is the sound of Krishna's flute aspud, not clear? Почему звуки флейты, вот эти ноты флейты Кришны неразборчивые, непонятные, неясные? Because when he is calling Radhika, he is trembling so much that his notes are like trembling. Trembling notes, not clear notes. Когда он призывает Радику, мелодии своих лет, у него дрожит сердце, у него дрожат руки, поэтому вот эта мелодия неразборчивая. With Aroha and Avaroha, Murchana. The alankar is going up and down. It's beautiful. Использует вот эти восходящие, нисходящие мелодии аванкары. And it's asput, unclear, because actually in Braj, everyone cannot hear it. The coward boys cannot hear it, Mother Yashoda cannot hear it. Еще она аспут неразборчивая, потому что не все во Врадже слышат эту мелодию флейты. Пастушки, мальчики не слышат, гопи старшие не слышат, мама Ишода не слышит эту мелодию. Only Vraja Gopis can hear it. Она слышна только ушам Vraja Gopi, эта мелодия флейты. Венугите таке радиконам Ишу Ишу Раде Дакайшам Ишу Ишу Раде Дакайшам. Krishna's flute is calling, oh come Radhika, come, come. Флейта Кришны зазывает Радику. Радика, приходи, приходи. But it's asput, unclear. Why? Because other gopis are hearing other things. Chandravali is saying, oh, Chandravali, come. Но ноты неразборчивы. Почему? Потому что все гопи по-разному слышат. Каждый кажется, что Кришна именно ее зовет. Чандравали слышит, что флейта поет Чандравали. Шамала, Бадра, come, come. Слышит, что Кришна ее зовет. Бадра слышит, что ее. То есть, ну, неразборчиво. Everyone cannot hear. Кого, кто зовет, не все слышат правильно. So that flute sound of Krishna is
Шабда Брахма. И вот этот звук флейты Кришны есть Шабда Брахма. And Gurudev has given you this Шабда Брахма in the calm beach. Кling. А Гурудева дал вам эту Шабда Брахму в форме звук мелодии Кришны в бидже кling. Three times a day. И три раза в день. Are you hearing it or not? Вы слышите эту мелодию или нет? Are you hearing the sound of Krishna's flute when you remember the calm beach, calm Gayatri, or not? Когда вы Кама Гаятри памятуете, вы слушаете мелодию флейты. This is the meaning. Свапапунде батам раджан вишвасу наймате. Вот это значит, что нет уверенности и веры в трансцендентной вибрации. I want to introduce this verse to you today. Я все же хочу сделать предисловие к будущему классу по этому стиху, потому что это мой хороший друг, этот стих. This verse хочу вас познакомить. И вы можете подружиться тоже с этим, с этой шлокой. Because it explains the essence of this, the nature of the Апракритавасту. Потому что этот стих излагает, объясняет природу трансцендентной субстанции Апракритавасту. So you can repeat. Повторяем. Локоутара пататанам. Локоутара пататанам. Прабаваха копьянагалаха. Ратинтад вишаям часу. Ратинтад вишаям часу. Басаеттур намек икада. Басаеттур намек икада. Now, pay attention. Внимательно теперь. Лока. Лока. Means this world. Этот мир. And Uttara means beyond this world. То, что за пределами этого мира. Loka Uttara, out of this world. За земное, все это в мире. Padarthanam. The word padartha means a substance. Padartha – это субстанция. So this is in the plural genitive. It means of the supernatural substances. Локоутара падатанам of the supernatural substances. Тут оно в падеже кого-чего и в множественном числе, то есть среди трансцендентных заземных субстанций. Прабаваха. Прабав means the power or influence. Прабав, их влияние, их сила. So, what is the power or the influence of the supernatural substances. Какова сила, мощь, какое влияние оказывают трансцендентные субстанции? Kopi means the sense of kopi here is like, wow, we cannot express it even. Kopi – это какое-то восклицание, да это вообще неописуемо. Because it is anargala. Потому что это anargala. Argala means like a bolt in a door. Аргала – это как засов в дверях. If there's a bolt in the door, then your movement is limited. То есть засов ограничивает, если вы на засов закроете дверь, он будет ограничивать свободу вашего передвижения. But in that place where there is unbolted. Но там, где сорван этот засов. Unfettered. То есть раскрыто где. Then you can burst out and you go anywhere. То можно там все это выбраться оттуда и двинуться куда хочешь. So in the same way, lokotara padatanam prabhava kopyanagala. The power, the influence of the divine transcendental substances has no bolt, it has no fetter, it has no limitation. It is unlimited and indescribable. То есть это распахнуто, вот эта сила, влияние, которое оказывает трансцендентная субстанция, это просто широко распахнутые двери. То есть иди вперед, все под силу. So, Mahaprasad, the deities, Hare Krishna Mahamantra. То есть опять возвращаемся к этим категориям, апракрита субстанции, Mahaprasad, Божества, ваши Дикша и Харинама мантры. Вайшнавас. Вайшнавы. Шримад Бхагавата. Шримад Бхагаватам. Харинам Санкиртана. Харинама Санкиртана. Браджа Дам. Навадвип Дам. Пури Дам. Святая обитель Браджа, Навадвипы, Джаганатха Пури. They're all the Локоутара Падарта. Supernatural substances. Это все сверхъестественные такие субстанции и влияния. And they all have unlimited, unlocked power. И они все вот так обладают вот это всемогуществом, вот этим широко распахнутым всемогуществом. So what is the power? В чем их сила заключается? Ратим. Ратим means
Love. Рати — это любовь. Стай бхав. Это стай бхава. It can be рати, прем, снея, ман, паная, раг, бхав, махабхав, руда бхав, ади руда бхав, модан, моган, мадараки бхав. This is all stages of рати love. Целый спектр, начиная от рати, от бхавы, потом вверх премы и все высшие уровни. Тад вишаям means, тад means of that. Тад — это того чего. Вишай — object. In other words, of the end, the object of that love. И объект этой рати, этой любви. So the object of love is Krishna. Кришна всегда объект рати. Часо. End. Часо и. Басает means manifesting. Проявляется. Турнам means immediately. Мгновенно. And Экада means Экада at the same time. Одновременно, в то же время. In other words, the supernatural substances have such an unlimited power that they manifest in your heart immediately and at the same time Krishna and love for Krishna both. То есть вот эти трансцендентные субстанции обладают такой непостижимой силой, что в вашем сердце мгновенно и одновременно появляется рати, любовь к Кришне, и сам Кришна, и объект этой любви. How beautifully, succinctly, eloquently, and elegantly it has been expressed in this verse. Как лаконично это все изложено в этом стихе. No one can write like this, but Srila Rupa Goswami. This is from his Ujjvala Nirmala. Никто, кроме Рупа Госвами, так писать не умеет. Это из Ujjvala Nilamani стих. So, now, one may ask a question. Кто-то может задать вопрос. How is that possible? Как это возможно? That just a sound or a smell or a taste can produce rati. Как звук или аромат или вкус какой-то могут создать рати. So Kopyanagala, you cannot ask this, it is inconceivable. Но это непостижимо, поэтому глупо задавать такой вопрос. Even in this world there are some herbs that have a very indescribable healing power. Даже в этом мире у нас есть травы, которые обладают непостижимым целебным эффектом. Or jewels that have some powers you cannot explain. Есть особенные драгоценные камни, которые обладают какой-то волшебством каким-то. Мы объяснить это не можем, как это работает. Kim uta, what more can we say about these transcendental substances? То есть есть материальные субстанции, которые обладают такой непостижимой силой, то что, как уже говорить о трансцендентных субстанциях? Or one may say, for example, once one gopi who lived outside of Braj, she was married and had to come to Braj for the first time. Однажды одна гопи, которая родилась и выросла за пределами Враджа, она вышла замуж за пастуха, который жил во Враджа, и переехала жить в доме свекрови. And she was very nice. Была очень хорошей. Very sweet. Очень сладкой. And the sakis of Radharani thought, oh, Krishna would like her very much. То есть была очень хорошей, и подружки Радарани стали присматриваться к новоприбывшей, подумали, она бы, наверное, сильно Кришне понравилась. But her mother-in-law was keeping her under lock and key inside the house. She didn't let her go. There's a garden on the inside of the house. Didn't let her go out. Но свекровь. Only in the garden. Свекровь была очень бдительной, держала невестку под призором и присмотром, и запирала ее во внутреннем саду дома, не выпускала ее на улицу никогда. So the sakis of Radharani are very kind. Подруги Радарани, они очень добрые. How will she get out? Они думали, как помочь ей выбраться из этого. Even will not be able to persuade her. Нам даже с ней поговорить невозможно, чтобы убедить ее захотеть выбраться оттуда. So they came up with a plan. И придумали хитрый план. One day they came to her and said, oh, try this tambul, it's very nice. But it was Krishna's remnant tambul. Однажды одна из гопи, подруг Радики, подошла к ней и говорит, на, я угощаю тебя тамбулой. Но она не сказала, что это тамбул, это была уже остатки тамбулы Кришны, его Махапрасад. And as soon as she tasted that remnant, she began to tremble and tears were streaming from her eyes and she was crying, Krishna, Krishna, Krishna. Как только девушка, она укусила, положила в рот эту тамбулу, вдруг что-то странное стало с ней происходить, тело задрожало, она разрыдалась и стала только произносить имена Кришна, Кришна, Кришна. Why? Что произошло? Ратим тадвишхаям часо басает турнамейкада. Immediately, these substances cause the appearance of Krishna in the heart and love for Krishna. Love for Krishna will not come if you don't see him.
Understand? То есть что произошло? Вот эта трансцендентная субстанция, Махапрасада, вызвала в ее сердце тут же прилив, то есть проявила Кришну, а потом любовь к нему. Потому что если вы его не видите, как вы можете его любить? Вы не сможете его любить, не видя его. То есть одновременно вместе. И когда they come together. Одновременно. И любовь к Кришне, и сам Кришна, они проявляются благодаря вот этой мощи Апракрита Васту. So this verse is an answer to a question. И вот этот стих отвечает на вопрос. You see, let's say someone has a particular fragrance. Если кто-то источает, у каждого есть определенный аромат тела. But you know that person. Запах. И вы знаете этого человека. Then later, if someone will give you a piece of their cloth, and you smell it, you go, oh, and then you feel love for that person. То есть кто-то даст, вот вы с кем-то хорошо знакомы, вы знаете аромат их тела или их любимых духов, и кто-то позже вам даст там одежду или платочек этого человека, вы вдохнете, и вы тут же почувствуете любовь. Because when you smell that fragrance, you know the alamban. That is the shelter of that fragrance, you already know. So without seeing them, only smelling it, then your love for them appears. То есть по ассоциации вы вдохнули этот аромат, и уже тут же, так как у вас отношения есть с этим человеком, вы чувствуете тут же прилив любви, теплых чувств. But аромат. If you don't know the alamban of the fragrance, if you just smell the fragrance, then how can you develop love? То есть, ну так как вы уже знакомы с аламбаном, объектом того, кто носитель этого аромата, вы можете почувствовать чувство любви, но если вы не знакомы с объектом, просто от аромата, как у вас появится любовь? It makes no sense. То есть это как-то абсурдно. So the answer is prabhavaha kopyanagalaha. Don't worry, there's no bolt on the power of this. Поэтому, ну вы тут особо не задумывайтесь, потому что тут в трансцендентной субстанции там нет засова на дверях этой вот мощи, поэтому там все возможно. It will manifest Krishna and love for Krishna even if you've never seen him. Даже если вы его никогда не видели, но вдохнете вот этот махапрасадный аромат Кришны, то тут же появится и любовь к нему, и сам Кришна, даже если вы его никогда до этого не знали. So this is the power, the power of Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnava. Вот это могущество Махапрасада, божеств, трансцендентных святых имен и вайшнавов. Srila Rupa Goswami gives a very beautiful example. Rupa Goswami приводит прекрасную иллюстрацию. When Radhika was a young girl. Когда Радика еще была девочкой маленькой. Before she had the chance to meet Krishna. Еще до того, как у нее была возможность встретить Кришну. One day some sakis were talking. Однажды подруги саки разговаривали. One saki said, "Oh, to whom does the forest of Vrindavan belong?" Одна саки спросила, кому принадлежит лес Вриндавана? Lalita saki said, "Krishna." Лалита сказала Кришне. And then, just as she said that, there was a sound coming from the Kadamba forest. И как только она сказала слово, вдруг послышался какой-то звук из Кадамбовой рощи. Of a flute. Звук флейты. And Radhika was trembling. Радика тут же задрожала. Лалита said, "Oh, why are you losing your patience?" Радика, что с тобой случилось? Возьми себя в руки, ты почему так себя ведешь? I'm having thoughts that no dharmic woman should have. Радика сказала, потому что. No religious woman should have such thoughts, and these thoughts have come to my mind. Постыдные мысли вдруг у меня в голове появились, которые праведная девушка не должна о таком думать. Это порочные мысли. In the meantime, Vishakasaki had painted a picture of one Bansiwala. В этот момент Вишака нарисовала такой набросок Ванси того, кто держит флейту в руках. And she held the picture in front of Radhika. И картинку тут же показала Радике. When Radhika saw it, she began to cry. Как только Радика увидела этот портрет, она тут же разрыдалась. Oh, Sakhi, why are you crying? Радика, ты почему плачешь? Экасья срутамева лумпати матим кришнейти намакшарам сандрун мада парам парам упанаяттяньяща бангси кала эйша снигда ганаджути манаси мей лагнапати викшинат кастам дик пурушатрае ратирабун маньей мрити срейаси. Radhika's crying, she said. Radhika, рыдая, сказала. Ekasya sutame lumpati matim. Lalita just said this word. Lalita только что произнесла это слово. Krishna. Krishna. And before I even heard the second syllable, na. Даже до того, как я успела услышать второй слог, на. Ekasya srutam.
Only hearing the first syllable Krish. Просто услышав первый слог Криш. Сутамеева лумпатиматим. My intelligence was destroyed. Я лишилась рассудка тут же. By the touch of one syllable. Просто от контакта с этим одним слогом. Лумпати here is in the present tense. Лумпати в настоящем времени тут. It means Ratim Tadvishayam. Krishna and love for Krishna immediately appeared in the heart of Radhika. То есть одновременно и Кришна, и любовь к нему вдруг проявились в сердце Радхики. And though that first instance of hearing the name happened first, and then later she heard the sound of a flute, later she saw a picture, and now she's speaking, but Lumpati, she's saying in the present tense, it means even now, that a form of a beautiful person has appeared in my heart, and that impression is not going away. То есть вроде бы там была череда, последовательность, хронологическое событие. Она услышала слово Кришна, потом звук флейты из Кадамбовой рощи, потом увидела этот портрет, который нарисовала Вишака, но все же Радика использует глагол в настоящем времени, что вот этот облик вдруг возник, и вот он сейчас прямо передо мной проявлен. Сандрун мада парампаям упавайо аньясча бангсикала. And then another person was playing the flute. Она сказала, вначале я услышала это слово Кришна, потом кто-то заиграл на флейте. So first my intelligence was destroyed, сначала but then when I heard the sound of the flute, the other part of my antakaran, what was left of my mind, became insane. То есть сначала я лишилась. Unmada parampara. Рассудка. Becoming more and more insane, like a parampara of more and more insanity. То есть вначале я стала терять рассудок, потом остатки моего рассудка уже полностью потерялись, и я стала сходить с ума уже. Insanity and the guru of insanity and the param guru of insanity and the paramesti guru of insanity. То есть там уже сумасшествие такое в поколениях идет. С гуру, парам гуру и парам парат гуру, то есть уже полное сумасшествие. Упанаяти in the present tense. Но это все в настоящем времени происходит. Means an impression of this person playing a flute has come in my heart, and it won't go away. Радика говорит, вот этот образ, облик этого юноши, играющего на флейте, вдруг появилось в моем сердце и не оставляет меня в покое, не отступает. Эйша снегда ганадюти манасимей лагна патей викшана. And now I have seen this painting made by Vishakasaki, the impression of this beautiful Tribanga Lalit Rup that is coming my heart at every moment and will not go away. А теперь еще хуже стало, после того, как Вишака показала мне эту картину, то теперь вот эта Трибанга Лалит Сварупа запечатлелась в моих глазах, в моем сердце, уме и не покидает меня, никуда не уходит. So, этот облик. Because of anurag, anurag makes the experience of Krishna newer and newer at every moment. Одно из свойств анураги, что оно вносит свежесть в восприятие Кришны. То есть каждый раз, каждую секунду смотришь на Кришну, он кажется новым, свежим, более интересным. Милита милита милуча хе, мили мила наки бу, мили раска бара према со, пратичина парта фу. Radha and Krishna want to meet. Радика и Кришна жаждут встречи друг с другом. But even when they meet, they still want to meet. Но все же, когда они даже вместе, им все равно хочется встретиться. Because they look so beautiful that each second they feel like we have not met yet. То есть нет, они не приедаются друг другу, нет привыкания, потому что ежесекундно они видят друг друга новыми, более яркими, более интересными, более красивыми. So the relishment, the eagerness is increasing second by second. То есть их жажда друг друга, их рвение встречи друг с другом растет ежесекундно. So Radhika experiences the madhurya of Krishna in so many different ways. Радика в полном, очень многогранно, разнообразно воспринимает сладость Кришны. Адарам мадурам, баданам мадурам, наянам мадурам, хаситам мадурам. Why? 56 madurams, like a chapan bhog. 56 you know, if you go to the temple, you have to offer chapan bhog. 56 delicious things. Krishna is like a chapan. 56 delicious things. То есть 56 сладостей для Радики, это как огромное меню. So many sweetnesses. Шведский стол, вот это трансцендентной сладости. Если вы заходите в храм, то божествам предлагает чапан бог, 56 блюд. You'll give chapan bhog to Krishna and you'll give chapan maduris to you. То есть вы кормите Кришну чапан богом, 56 блюд ему вкусных предлагаете, и он вам взамен дает 56 своих сладостей на попробовать. Because when Radhika heard Krish,
She experienced his sweetness in one way, and that impression didn't go away. Then when she heard the sound of a flute, she experienced his sweetness in a completely new and different way, and that impression came of Krishna and would not go away. And then when she saw his picture, she experienced his Rupa Madhuri in another way, and that form would not leave her heart. So in her heart she was seeing three Krishnas. То есть свойство любви Радики, восприятие Кришны, то, что она в раздельности воспринимает разные части, черты его тела, его разные сладости. Вначале она услышала звук имени Кришны, и вот это похитило ее интерес, захватило ее внимание, и вот это запечатлилось в ее сознании, вот эта сладость. Потом облик юноши, играющего на флейте, вдруг проявился в ее сердце. Потом вот этот портрет, который Вишака предложила ей посмотреть на него, вот этот облик проник в ее сознание, и она их как в отдельности всех воспринимает, вкушает эту сладость. О, Саки, why are you crying? Ее спрашивают, что ж ты плачешь? Кастамдик Пурушатрии! Манасиме Ратирабун Манье Матрисеси. О, it would be better for me if I would die. Радика говорит, я бы предпочла смерть на самом деле. Because if a young woman develops attraction for a boy who is not her husband, then this is terrible. But I have developed attraction to three boys at the same time. Alas, I should die. Мне лучше прямо сейчас умереть, потому что для благочестивой девушки это позор влюбиться в юношу, который не является ее мужем, а я в трех одновременно влюбилась. So this is lokotara padatanam. Prabhava Kopyanagalaha. The transcendental substance is anything in connection with Krishna has unlimited power and causes the appearance of Krishna and love for Krishna together. То есть все категории трансцендентных субстанций обладают вот этой непостижимой силой проявить в сердце одновременно и любовь к Кришне, и его самого. Oh, и это уже не оставит это чувство вашего сердца. This has been described also in Srimad Bhagavatam. Это описано также в Шримад Бхагаватам. Where? Где в Шримад Бхагаватам? Пурна пулинда урагая патапчарага Шри кумкумена дайтастана мандитена Тхаддаршана смарджастрина рушитена Лимпанте анану кучешу ча устадхатхим. Krishna is out in the forest. Krishna где-то в лесу. Braj gopis are kept in their homes by their mother-in-laws. Braj gopis приходится сидеть в доме там со свекровями своими. One sakhi of Radhika is saying. Одна подруга Ради Саки говорит. Oh, we can say Radhika is saying also. Можно сказать, сама Радика это говорит. On different times. Есть разная трактовка этого стиха. In different commentaries. В разных комментариях ачарьев, что это одна из подруг Радики говорит или сама Радика. Radhika says, oh, my life is a failure. Радика says, моя жизнь это полная неудача. I will go with Vishwachar Thakur's commentary. I was going to go with Srila Jiva Goswami's Tika, but now I decided. Передумал. We don't have much time, so I will go to Vishwachar. Хотел трактовать в соответствии с Джива Госвами его комментариями, но перешел на Шрилу Вишванатха Чакраварти Такур. Сейчас будем из уст Радики исходит эта идея. So, Radhika is saying, my life is a failure. Моя жизнь это полная неудача. Because I have no chance to serve Krishna. Что у меня нет возможности служить Кришне. I have no love at all. И любви у меня нет как таковой. But whose life is successful? Но чья жизнь удачлива? Whose life is purna complete? Кому повезло? Чья жизнь пурна? Purna polinda urugaya patapcharaga. The aborigine girls from the uncivilized tribe who live in the forest near Govardhan. Жизнь девочек туземок, аборигенок Пулинди, которые живут рядом там у подножия Гирираджа Говардана. Their lives are successful. Вот их жизни увенчались успехом. Why? Почему? Because one day, однажды, Krishna, after meeting with his beloved, was secretly going home. После встречи со своей возлюбленной Кришна быстренько возвращался домой тайком. The kumkum cosmetic from his beloved was on his feet because she was holding his feet on her heart. Кумкума с тела с груди его возлюбленной осыпалась на стопы Кришны, пристала к его стопам во время их встречи. And when Krishna's lotus feet was stepping on the grass at Govardhan, the grass became tinged with the red of that kumkum. Потому что она держала его стопы, прижав к груди. И когда Кришна бежал по тропиночке там вдоль Говардана, вот эта трава стала, вернее, кумкума стала седать на траву. Then Krishna went on his way. И Кришна продолжил свой путь домой. Two Pulindi girls
Две девочки аборигенки. Mali and Bringi. Mali и Bringi. They didn't even see Krishna. Они его даже не заметили, когда он мимо пробежал. They were just walking. Они просто прогуливались. And then they smelled some. Вдруг они уловили какой-то аромат. And when this aroma went into their nostrils, they became tadadin, afflicted with intense calm, amorous desire. И как только они почувствовали вот этот удивительный аромат, они испытали прилив сильной страсти. They looked down to see where the fragrance was coming from, and they saw the kumkum on the grass. Они стали смотреть по сторонам, пытаясь определить, откуда идет этот аромат, и вдруг увидели эту красную пыльцу на траве. And because they're civilized rustic types. Так как это девочки, ну простые девочки, студентки. They just could not stop themselves, and they grabbed the kumkum from the grass and smeared it on their faces. Как положено аборигенкам, они схватили этот красный порошок и стали размазывать у себя по лицу, на груди, там умощать все тело. And though the fragrance was making them burn with lust, when they felt the touch of this kumkum, then they became purna, completely satisfied. И вот что удивительно, что аромат вот этой косметики вызывал жуткую страсть, прилив какое-то возбуждение в них. Но как только этот порошок оказался у них на теле, они испытали полное облегчение, такое умиротворение. So many, many years later. И много лет спустя, после when Krishna was just about to leave this world. Перед тем, как Кришна уже завершил свои лилы и уходил из этого мира. He was telling Uddhav about different levels of devotees. Он рассказывал Удхаве о разных уровнях своих преданных. Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat, Uttam Bhagavat. То есть там всех от самых низших уровней до самых возвышенных уровней. So in the course of his describing different levels of gopis, different levels of devotees. В ходе описания разных уровней преданных. Then the remembrance of Braja Gopis came in his mind. Он, конечно же, припомнил Braja Gopi. So he said to Uddhav. И сказал Удхаве. Мат кама раманам джарам асварупа видо балаха брахма мам парамам прапу сангат шасра сахасра саха. The meaning is, Удхава, I cannot express the power of the love of Braja Gopis. Я выразить не могу силы любви Braja Gopi. Their love is so powerful. Их любовь настолько сильная. And in this case, Radhika. И в частности речь идет, конечно же, о Радике. You see, Radhika said, "Oh, these Palindi girls are successful because they took this kumkum, which came from Krishna's lover. But due to anurag, she forgot that she was the lover from whom the kumkum had come." Иронично, Радика восхищается удачей этих девочек, туземок, которые умастили свое тело косметическим порошком со стоп Кришны, но это в порыве анураги она даже не думает, что она та самая, с чьих стоп эта косметика прилипла к стопам Кришны. Even after meeting with Krishna for a night of Lord Brahma, thousands, millions of years afterward, she feels I did not meet him at all. Ей всегда мало общения. It was less than a second. Даже дай Радике всю ночь Господа Брахмы, там миллиарды лет, миллионы лет, все равно для нее это какая-то как секунда пролетела, как будто бы даже не встречались. How can Krishna express the prema of Radhika? То есть размах ее любви таков, что Кришне, самому Кришне не под силу описать вот эту любовь. So by King Uta, Kaimuthik Nyaya, the logic of what to speak. Поэтому логика Ким Ута, если это так, то что уже говорить о чем-то более. That figure of speech is called a fortiori in English. A fortiori. Oh, in Latin. So, Krishna said that once these Pulindi girls. И Кришна рассказывает. They asvarupa vidobala. They did not even see me. Кришна рассказывает, что вот эти девочки, аборигенки, они меня даже самого не видели. They did not even know about my swarup. Они даже не знали о моей сварупе, обо мне, как таком. But just by the touch of that kumkum. Просто прикоснувшись к этой кумкуме. Маткама раманам джарам. They attained me. They went to my transcendental abode, Голока Бриндаван, as my Парикия beloveds. То есть даже не зная меня, просто соприкоснувшись с этой косметикой кумкумой, они оказались на Голоке Бриндаван.
Вриндаване, как мои парики возлюбленные. Krishna never meets with Pulindis. Кришна, конечно же, с аборигенками встречаться не будет. If Krishna is playing a gambling game with Radharani. Может быть, если он с Радикой играет там в азартные игры. Krishna will say, okay, if I lose, then I'll give you my flute. But if you lose, then you have to give me an embrace. То есть, может, они в карты играют или в какие-то игры. Он говорит, хорошо, если ты проиграешь. Mm-hmm. Если я проиграю, я отдам тебе свою флейту. Если ты проиграешь, ты должна меня поцеловать. So then they play and Krishna wins. Они сыграли партию. By the roll of the dice. И по воле этих гостей Кришна выиграл вот эту партию. So Krishna said, I have won. Now give me my embrace. Я победил. Давай, я готов. Обнимай меня. Then the leader Vishaka will bring some aborigine girl from the forest. There, and Radharani will say, oh, you can receive it from my representative. И Лалита Вишака приведут кого-то из этих девочек-аборигенок из леса, там приведут, подойдут, Радика скажет, моя представительница обнимет тебя сейчас. And she's very shy. А девочка застенчива. Потому что ей неловко там среди. И Кришна говорит, it's okay, you can. Кришна говорит, обойдусь. You'll throw again. Давай еще в одну партию сыграем. So Krishna never goes near them. То есть Кришна близко. Rasabas. То есть это, ну, Rasabas dosh. Невкусно для него общаться с аборигенками. То есть он не близко к ним не подходит. But at the end of Krishna's life, Krishna is saying that by the touch only of the kumkum of Radhika, that Mali and Bringi, they attained gopi swarups and went to Goloka Vrindavan. That's how powerful. Lokottara padatanam. То есть вообще не ему неинтересно и вообще не в его категории, но все же он рассказывает Удаве, что вот эти две девочки, просто собрав кумкуму, которая осыпалась со стоп радики, и умастив свое тело, они оказались на Голоке Вриндаване в кругу его возлюбленных гопи. То есть какова сила трансцендентной субстанции? Is that powerful? Это кажется сильным? No. Нет. No, Krishna hasn't finished yet. Кришна еще не закончил. Sangat shastra sahasra saha. He said not only that. Он сказал не только это. When those two Pulindi girls went back to their village. Когда эти две девочки Мали и Бринги вернулись. There were thousands of other Pulindis living in their settlement. Свою общину этих туземцев там было их тысячи жили вместе. And just by embracing them, they all attained gopi swarups. Они and went to Goloka Vrindavan, thousands of them. Обниматься с подружками тысячи всех этих девочек аборигенов все получили гопи сварупы. И отправились на Голоку Вриндавану. Sangat shata sahasrata. By their association, hundreds of thousands of Pulindis got gopi bread. Благодаря общению. Who touched someone who touched the kumkum, which touched the feet that came from Radhika's body. Просто коснувшись той, которая коснулась косметики, которая оказалась там со стоп Радики, все они получили гопи сварупы. I'm not making this up. This is a verse of Srimad Bhagavatam, 11th canto. Я это не придумал. Это 11-я песня Шримад Бхагаватам. How Krishna has glorified Radharani there in Shrimad. Как Кришна прославляет свою возлюбленную Радхарани. And it is illustrating this point. Lokottara padatanam prabhava kuppanagalaha. Unlimited power in the transcendental substances. И вот это его слова, его объяснение Удаве иллюстрирует вот эту идею мощи трансцендентных субстанций, непостижимой силы трансцендентных субстанций. In Mahaprasad. Вот это все кроется сила в Махапрасаде. В божестве. In the holy name Sankirtan. В Санкиртане, в святых именах. And in Vaishnavas. Vaishnava. Pure Vaishnavas. Like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Prabhupada, our Gurudev. Очень чистых Vaishnava. That part is there. Наш Гурудева. But alas, alas. Однако, увы, увы. Свалпа пунна батам раджан, вишвасо наива джаяте. Those who have not given their life fully in the service of Guru and Gauranga, they cannot taste it. То есть вот эта сила, это сокровище, все там, это все доступно, но увы, те, кто должным образом не служили Гуру и Вайшнавам, у них недостаточно сукрити, чтобы пасти, чтобы действительно соприкоснуться с этой силой. So what is the dhvani? Какой тут смысл кроется? Какая тут идея, что надо посвятить свою жизнь, все свое существование полностью вот в миссии служения Шри Гуру и Гауранге.